В 10 часов 36 минут на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Ряжское шоссе. Загорелся производственный ангар. Местные жители, не зная места возгорания, стали предполагать различные версии. Одна из самых распространенных – пожар на нефтезаводе. Другая, что вновь загорелся КРЗ. Однако вскоре сотрудники МЧС внесли ясность – горел производственный ангар. Пожар удалось локализовать в 11 часов 30 минут. По словам сотрудников МЧС, пострадавших нет. Через 3 минуты пламя было ликвидировано на площади 1500 квадратных метров. Всего в тушении было задействовано 73 человека, приказ 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 45 человек, 15 единиц техники. Спасатели поспешили успокоить рязанцев. Превышения норм предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе нет. В настоящее время пожар ликвидирован.